Степан, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Ну, я представляю собственную компанию ZV Digital. У нас рекламное агентство комплексного интернет-маркетинга. В чем уникальность вашей компании? Ну, у нас нет какой-то прям мощной уникальности. Рекламные агентства более-менее между собой все одинаковые. Наверное, одно из некоторых отличий, которые у нас есть, это плотность рабочего процесса. На 40 сотрудников у нас 40 клиентов, и относительно рынка агентств это очень плотная коммуникация, как раз которая и нужна интернет-магазинам. Поделитесь, какова ваша главная цель здесь, сегодня, на этом мероприятии? Ну, как и любая выставка, мы сразу несколько целей преследуем. Главное – это просто найти тех людей, с кем очень сложно пересечься в другое время. Для этого приходится брать целый стенд. Мы уже несколько лет выставляемся на этой выставке, постоянные экспоненты. И очень хорошая возможность сразу за два дня со всеми встретиться, переговорить, уточнить или познакомиться. Наверное, это одна из немногих вообще, единственное, наверное, место, где так можно сделать. Интересно узнать ваше мнение относительно того, какие проблемы наиболее остро сегодня стоят перед игроками рынка электронной коммерции. Несмотря на то, что моя компания занимается маркетингом, да, в основном там трафиком, аналитикой и так далее, я все-таки считаю, что основная проблема перед e-commerce стоит не в трафике, сегодня его уже достаточно, и все между собой его нормально распределяют, а в кадрах, которые находятся внутри самих интернет-магазинов. Очень многие дошли до какого-то потолка стеклянного, который пробить, работая там с аутсорсерами, какими бы замечательными они ни были, уже сложно, ну, сложновато. Нужно брать кого-то в штат, а найти человека, понять, что он действительно профессионал, а не просто себя хорошо продает. Сегодня это, ну, большая действительно реальная история. А еще встроить его в свой процесс, так, ну, чтобы он там в нем пользу мог приносить там грамотно, да, это выстроить, чтобы ничего не развалил, наоборот, и хуже не стало. Это отдельная история, отдельное приключение. Война за кадр идет очень сильная. Разница зарплат, которые готовы платить из представительства в диджитале, e-commerce и другие отрасли, очень большая. Это один из критериев. Я поняла. Спасибо огромное. Успехов вам. E-com Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.